Доброго дня, шановні глядачі, в ефірі телеканал «Миколаїв», програма «Це вас хвилює», в студії працює Марина Шкрупська, я рада вас вітати. Як завжди, в понеділок ми говоримо про наше здоров'я, адже це те, що дається нам один раз, і ми маємо бажання чи не маємо бажання, але мусимо його зберігти для того, щоб наше життя було повноцінним. І сьогодні в нашій студії буде обговорюватися досить така спірна тема з нашою гостею Раєвською Світланою Олександрою, завідуючою сімейною амбулаторією номер 7 Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2. Доброго дня вам. Доброго дня. А тема нашого сьогоднішнього ефіру – це імунізація, тобто це так, як ми звикли називати в побуті, прививки, так? Треба робити, не треба робити, чому треба робити, чому не треба робити. Ми сьогодні розглянемо всі за та проти цього. Якщо у вас виникають питання з цього приводу і ви хочете їх задати, періодично на екранах ваших телевізорів буде з'являтися номер телефону 476337. Саме за цим номером ви можете зв'язатися зі студією, зателефонувати, і ми обов'язково вам відповімо. Отже, говорено-переговорено, Світлана Олександрівна постійно говориться, і зараз багато за, проти прививок. Є ті, хто категорично не хоче і не буде, і можливо, а можливо, колись ми їх переконаємо, що потрібно робити прививки. Так само ті, хто проти, не чують тих, хто за, ті, хто за, не чують тих, хто проти. Чомусь вважається, що за тільки в нас медики. Це так стверджують ті, хто проти. Але давайте розпочнемо спочатку. Отже, взагалі імунізація. Чому виникла в ній колись потреба? Адже якщо щось з'являється, це комусь потрібно. Ну, иммунопрофилактика на сегодняшний день есть единственный безальтернативный метод профилактики инфекционных заболеваний. То есть или профилактировать, или болеть и выздоравливать, либо умирать. Поэтому, конечно, за иммунизацией это уже долгий-долгий путь и, так сказать, опыт многих поколений и врачей, и научных сотрудников. Поэтому иммунизация насчитывает вот уже более 200 лет. Она началась еще в 1796 году. Дженнер впервые ввел иммунизацию населения. Конечно, население тогда не широко прививалось. Были единичные случаи прививок. В первую очередь это начало было положено от натуральной оспы прививки. И на сегодняшний день, конечно, иммунизация принимает широкие масштабы. Я бы хотела вот остановиться именно на юридических аспектах иммунизации, потому что мало кто знает, что у нас есть закон Украины по защите населения от инфекционных заболеваний. И 12-я статья этого закона гласит, что прививаться нужно, прививки обязательны для всех. Але я перепрошую. Да. Справа в тому, що ви оголосили, скільки років існує імунізація, так? Так. Давайте для того, щоб не для того, щоб настращати народ, а для того, щоб пояснити. Тому що дехто вважає, що ті хвороби, від яких ми прививаємося, їх немає, тому що їх просто немає. Адже коли виникло питання імунізації, колись там два століття тому, то від цих хвороб вимирали цілі міста, так? Цілі поселення. Що це за хвороб? Хвороби, які основні, і по яким проводиться імунізація, яка обов'язкова за цим законом? Сейчас, на сьогоднішній день у нас в Україні обов'язкова вакцинація йде по 10 інфекційним заболіванням. Це дифтерія, столбняк, коклюш, корь, паротит, краснуха, гемофільна інфекція, гепатит Б і поліомієліт. По вот этим, именно этим 10 инфекционным заболеваниям существует государственная программа, которая, вот то, что я вам сказала, законодательно 12-я статья закона Украины по защиту населения от инфекционных заболеваний, она говорит о том, что вакцинация обязательна, это значит то, что государство обязательно нас должно обеспечить вакцинами.
Но каждый человек вправе решать сам, может он вакцинироваться или не может. Это на добровольной тобто, основе. Обов'язкове законодавство, коли воно звучить, що в законодавстві, що воно обов'язкова вакцинація, тобто обов'язково виходить не для громадян, а для держави щодо забезпечення цими вакцинами. Государство должно обеспечить. Но, опять-таки, каждый должен понимать, что эти обязательные прививки, которые у нас существуют, я перечислила 10 инфекционных заболеваний, если, допустим, от них не прививаться, то каждый грамотный человек может посмотреть, что из себя представляют эти инфекции. Могу такие просто данные привести. Например, если вы отказываетесь прививаться от кори, существует вакцина Приорикс, например, которая предполагает себе, ну, заключает в себе компоненты вакцины против кори, паротита и краснухи, то корь очень серьезное заболевание. Недавно такие, Америка нам в основном дает статистические данные, в Индии переболело 1992 человека корью. Из этих 1092 человека 82 человека умерли. И в основном это были дети от 5 до 14 лет, 58%. Тобто, правильно я розумію, якщо ми зараз масово перестанемо вакцинуватися від цих хвороб, ми рано чи пізно прийдемо до епідемії з цих хвороб. Може таке бути чи ні? Ну, вполне реально. Почему? Потому что мы живем в таком мире, где существует, то есть вирус никуда не делся, он циркулирует, он среди нас, и в зависимости от иммунитета того или иного человека вполне можно возникнуть на фоне повсеместной непривитости населения, может и вспышки быть. А скажіть, будь ласка, якщо ми робимо імунізацію з цих хвороб, ми хворіємо чи не хворіємо взагалі? Можемо заболіти. Угу. То есть важен колективний імунітет. Колективний імунітет – це значить, коли, допустим, ну, візьмемо віддільно дитячий сад. В дитячому саду, ну, наприклад, 400 дітей. І ці всі 400 дітей привиті. Ось це колективний імунітет. Тобто, причин волноваться у родителей нету. Дети все привиты, то есть где-то извне принести инфекцию нереально. Но если из этих 400 детей, ну, например, будет 50 на 50 привитость, конечно, если кто-то принесет какую-то инфекцию, ту же корь, краснуху или паротит, угу, или еще лучше дифтерию, то вполне возможно, что там по цепочке дети начнут болеть. Ну, взагалі-то, от якраз імунізація дітей – це найгостріше питання, тому що багато мам просто категорично відмовляються робити імунізацію. Я знаю, що якщо раніше в твоєї дитини нема всіх прививок, то її не допускали до колективу дитячого. Чи є це зараз і як взагалі проводиться робота з тими батьками, які категорично відмовляються? Ну, скажем так, эта категория людей, которые отказываются, существует. И я бы ее условно так поделила на несколько подструктур. Скажем так, по 30%. 30%, которые из тех, которые отказываются, категорически отказываются. 30%, которые отказываются непосредственно от какой-то именно, ну, конкретные вакцины, и 30% колеблющихся. Угу. Вот мы с этими 60%, конечно, и работаем, потому что те, которые отказываются наотрез, ну, бесполезно, скажем так, с ними работать. У них убеждения, допустим, какие-то религиозные, какие-то их собственные, это из поколения в поколение передаются, отказ от прививок. А 60%, да, ну, работаем, конечно, это наша работа, мы занимаемся профилактической работой, то есть и рассказать о прививках, сказать, как правильно индивидуально подойти к ребенку, это наша работа. Поэтому с 60% мы работаем, и в принципе, ну, как показывает опыт,
скажем так, 50% из них потом прививаются, и очень даже успешно, неплохо, нету никаких реакций, которые они боялись. Я хочу звернутися до глядачів. Якщо ви щойно до нас приєдналися, нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Тема сьогодні – вакцинація, імунізація. І якщо у вас виникають з цього приводу питання, звертайтеся за номером телефону 476337. Чекаємо на ваші дзвіночки, а ми продовжуємо. Світлана Олександрівна, до вас хотіла звернутися не тільки як завідувача лабораторію, але й як безпосередньо до лікаря-педіатра, так? Отже, ви завжди працюєте, ну, всю свою професійну діяльність, ви працюєте з дітьми, стикаєтеся з цим. І от більшість батьків, які відмовляються робити прививки, це ті, які наслухалися, надивилися, самі собі придумали якісь страшилки про те, як можна за допомогою прививки покалічити дитину, так умовно сказати. Можна зараз тоді професійно і чітко пояснити, які можуть бути наслідки від вакцинації, коли вони можуть бути, що вважається нормою, а що якісь непередбачувані, можливо, випадки? Ну, я розумію, о чем всегда беспокоятся родители. Действительно, существует такое понятие, как после реакция на прививку. Реакция на прививку и осложнение. Два этих понятия надо разделить. Да, разграничить от и до. Почему? Потому что осложнения на прививку все-таки они единичные. А реакции, они ожидаемые. Реакции на прививку всегда ожидаемые. Я специально вот перед программой взяла данные американской статистики. И вот они дают нам такую статистику, которая у них в стране, ну, у нас, к сожалению, статистика немножко наука такая хромающая. Еще недоразвинена. Да. А они всегда, у них точно. Почему? Потому что связано с деньгами, со страховой медициной, все это на высоте. Так вот, они дают нам реакции, говорят так, что если вы сделали прививку, то ожидаемая реакция от прививки должна быть в течение 48 часов. То есть, если у ребенка поднялась температура, вот, допустим, в частности, все сейчас боятся АКДС индийскую, если после этой АКДС индийской поднялась температура после 48 часов, то это не связано с прививкой. И, в принципе, это даже можно доказать. Они доказывают, то есть причинно-следственная связь у них очень хорошо. Я вот по своему опыту могу сказать, почему я тоже не связываю чаще всего повышение температуры после 2-3 суток. Вот, допустим, ребенок сделал, прошло 3 суток, мать вызывает скорую, говорит, вот у нас температура, допустим, 38 или 39. И повязывает это само с вакцинацией. Да, это с вакцинацией, но это не так. По своему опыту, вот еще раз повторюсь, много раз видела, приходит ребенок на прививку, делает прививку, рассказываешь, говоришь, что охранительный режим, что не ходите вы по супермаркетам, не ходите вы по гостям, не приглашайте к себе гостей. Нет, вот я тоже человек, хожу по супермаркетам, иду в супермаркет, смотрю, катит эту колясочку с ребеночком, которому вот только-только сделали прививку. Спрашивается, предупреждали, да? То есть, где гарантия, что она в местах общественного скопления не проконтактирует ребенок с какой-то инфекцией? То есть, если вот так подивитися и пояснювати людям буквально, прививка, да, коли ми робимо вакцинацію, вона знижує захисні сили організму? Чи ну, як? Що відбувається? Ну, в какой-то степени она не должна снижать, но, опять-таки, из-за того, что идет наслоение, наслоение идет. Прививка ни в коем... Тобто вакциною ми вже ввели деякі... Прививка там... ни в коем случае не снижает иммунную систему. Это, ну, неправда, то, что нам
многие мамы говорят, вот Ну, ось те, що ослабляет. говорять. Нет, это просто идет наслоение. Наслоение инфекции, то есть вирусов вокруг нас великое множество, мы можем хоть каждый день новые хватать и каждый день новым ОРВИ заболевать. Вот. Но опять-таки, я считаю, что с нашими мамами доктора, медсестры, очень ответственная роль медсестер, что они должны, конечно, разговаривать, и так как мы ведем профилактическую работу, они должны им говорить, что накануне прививки они должны соблюдать диету обязательно. Почему? Потому что есть такие вещества в питании, которые усиливают выработку гистамина, который вызывает аллергические реакции. То есть очень важна диета гипоаллергенная, очень важно исключить контакты с инфекционными заболеваниями. Тобто можна сказати, що якщо, наприклад, в людині в будинку є хвора доросла людина, то в цей період дитині також не варто робити вакцинацію, особливо маленькій? По-чоловічески, так. Да. Звісно, в противопоказаниях цього немає. В наших приказах, в противопоказаниях, то есть контакт по ОРВИ нет, но мы всегда спрашиваем у своих мам, все ли здоровы в доме, все ли хорошо себя чувствуют, осматривается ребенок. Дякую, у нас дзвіночок. Доброго дня, мы вас слухаємо. Здравствуйте. Доброго дня. Здравствуйте. У меня вопрос. Подскажите, пожалуйста, ребенку 2 месяца, хотели сделать прививку, но нам не посоветовали ее не делать, так как прививка индийского производства и дает очень большую реакцию. Это те, про что мы сказали, да, так? АКДС-ка. Да. И вот мы объездили аптеки, мы не можем купить эту прививку, ну, сами, другого производителя, чтобы это было. Как нам поступить? Будь ласка, ну, вообще, чем раньше начинает ребенок прививаться, вот в частности, видите, у нас поменялся недавно календарь прививок, мы начали АКДС-ками прививать детей с 2 месяцев, тем меньше идет реактогенность, проявляется прививки. Тоже, опять-таки, повторюсь, что американцами это доказано, что в 4 раза снижается реактогенность вакцины, чем раньше начинает прививаться ребенок. Не, допустим, 10 месяцев, а в 2 месяца. Но, опять-таки, нам, мы закупили, наше государство, эту вакцину, мы прививаем своих детей в центре, но, опять-таки, конечно, реакции существуют. Это и припухлость, это и увеличение температуры тела, и покраснение, и может ребенок и кричать. Ну, это, опять-таки, я повторюсь, это ожидаемые реакции. Эти это ожидаемые... повязано с виробником, чи нет, это взагалі нет, реакция это, на такую? Это реакция на вакцину. То есть, это ожидаемая реакция, она должна быть. И даже это хорошо, что такие реакции есть. Это реакция, которая бесследно исчезает через несколько дней, и, так сказать, вреда ребенку, его здоровью не приносит. Ага. Вот это вот главное. И вот я не договорила раньше, отвечала на вопрос, не договорила, что, опять-таки, те же американцы, они дают нам, что припухлость ножки примерно у 40% вакцинированных, болезненность обязательно будет у 30% вакцинированных, и болевой синдром будет вернее, температурная реакция будет у 50%. То есть каждый из 2 привитых даст температурную реакцию на і вакцину. І це, знову ж таки, не пов'язано з виробником. Это не пов'язано. А звідки беруться от такі чутки, що от буквально матуся до нас зателефонувала, вона ж звідки ж дізналася, що саме індійська ну, вакцина ну, вона вот, така. Дело в том, что я чи тут, время... якби була там, наприклад, якогось більш престижної країни, то ну, вона да, була да, би да. краще. От я вам просто розкажу, я вже працюю давно, і, скажем так, що Індія, завжди ми привикли її воспринимать як страну третього світу. Но у нее фармацевтические компании и заводы очень на высоком уровне. Там
То есть производство у них очень хорошее, и соблюдаются все нормы соблюдаются. И опять-таки повторю, скажу вам такую вещь, что единственные три страны, которые имеют международный сертификат по продажам вакцин, это Бельгия, Франция и Индия. То есть ни Англия, ни Америка, они не имеют этих международных сертификатов, только три страны. То есть эти три страны на весь мир имеют право продавать свои вакцины. То есть они заходят к нам на наш рынок, у них уже сертификаты, у них все есть, все проверено. То есть поэтому, ну, может быть, какая-то дискриминация идет, это дискредит. Тут, я думаю, просто такий ассоциативный ряд вибудувався. Індія, Китай, Китай, до Китаю ми якось так, до китайського виробника дуже так зневажливо відносимося. Ну, і Індія туди за одне потрапила. Але думка фахівця є думка фахівця. А що можна сказати матусям, які взагалі категорично... От я, наприклад, по ту сторону барикад. Я та мама, яка прививає своїх дітей. І я... Не хочу, щоб з моєю дитиною в одному колективі була дитина без вакцинації. Да. Ну, конечно, если бы у нас была страховая медицина, все было бы проще. То есть этих людей, которые не вакцинированы, им просто-напросто, действительно, там были бы судебные иски к ним и все такое. То есть они бы волей-неволей вакцинировались бы. То есть страховые компании с ними бы ни за что бы не заключали договор в этом случае. А так, конечно, закон Украины, опять-таки, о защите инфекционных населения от инфекционных заболеваний, 15-я статья, говорит о том, что ребенок непривитой не имеет права посещать учебное заведение. Ну, а другий закон про освіту скаже? Да, говорит, что да, ребенок должен получать освіту. Поэтому в этом случае это на усмотрение администрации школы или детского сада. Ну, такі складне досить питання. Я думаю, що рано чи пізно ми прийдемо до страхової медицини, і тоді людина, якщо вона не привита, то страхова компанія просто не захоче з нею закладати договір. Так? І от це, що хотіла ще сказати про індійську вакцину, там просто, чому вона реактогенна, ну, от як багато розказують, там цільноклеточний компонент, як люша йде. А от може індійські виробники производители нам дадут другую вакцину. Ну, а взагалі, от, якщо подивитися, знову ж таки, за вашими спостереженнями, чи можна сказати, чи можна твердити, чи можна спростувати твердження, що діти, які привиті, вони здоровіші? Або діти, які не прививаються, вони здоровіші. От який ви більше варіант виберете? Чи не можна обрати, чи це від цього не залежить? В якої дитини імунітет все-таки сильніший? Ну, я так... Діло в тому, що в основному діти всі прививаються. Ну, во всяком случае, которых я наблюдаю, вони всі прививаються. Поэтому таких вот совсем уже наблюдений у меня нет, но опять-таки я верю нашим, так сказать, корифеям педиатрии, которые у них работы есть в иммунологии, и они считают, что вакцина всегда тренирует иммунитет. То есть, по идее, это она должна его повышать. Почему? Потому что ну, мы в таком мире агрессивном для нас живем. Это такая закалка. Да, то есть и вакцина, это ничего, кроме закалки, плохого не делать. Не делает. Дякую вам за надану інформацію. Я сподіваюся, що всі наші дітки будуть здорові, тому що найкраще для батьків, коли діти здорові та усміхнені. Дякую вам ще раз. З вами сьогодні з нами вела бесіду Світлана Олександровна Раєвська, завідуюча сімейною амбулаторією Центру первинної медико-санітарної допомоги № 2. Дякую ще раз, бувайте здорові, до побачення.